Что такое терроризм и как от него спастись? Над этими вопросами предложили поразмышлять студентам Пензенского колледжа транспортных технологий. Мероприятие посвящено памяти жертв трагедии, произошедшей 1 сентября 2004 года. 18 лет прошло после страшных событий в Беслане, и это не должно повториться нигде и никогда. Большое внимание будет уделено профилактике вовлечения подростков и молодежи в деструктивные группы. Особенно того, что касается вовлечения через соцсети. Помимо теоретической информации, для первокурсников подготовили практические задания. Они должны помочь ребятам понять, как именно может происходить вербовка и, самое главное, как этому противостоять. В ходе мероприятия студенты составили психологический портрет террориста, узнали особенности их поведения. Люди начинают осознавать опасность этого и в случае чего поведут себя по-другому. В онлайн-формате к мероприятию присоединились ребята из районов области. Для них подготовили особое задание. Для этого было сформировано 8 команд, которые будут участвовать в таком своеобразном онлайн-квесте на прохождение ситуации, которые так или иначе связаны с решением каких-либо задач и по предупреждению террористических актов. Главная задача участника веб-квеста – выйти из комнаты. Для этого ему нужно найти, где спрятаны вопросы, и затем дать на них верные ответы. Только в этом случае дверь откроется, тем самым закрыв путь терроризму и экстремизму, и даже попыткам его проявления.